Надеюсь, ты не сильно устаешь. Я постоянно о тебе думаю. Не устаю, не волнуйся. У меня хватит сил на завтрашнюю встречу. Дай мне телефон. Что? Ты слышала? Не делай вид, что не поняла, Мелисса. Отдай мне телефон. Нет, почему? Какое ты имеешь право? Имею право, потому что я твоя мама. Проверю, послушала ты меня или нет. Давай. Мама, ты говоришь глупости. Это просто смешно. Сейчас посмотрим, смешно или нет. Вот же черт! Моя любимая футболка! Сынок, что с тобой такое? Даже стакан удержать не можешь. Ты явно витаешь в облаках. Гюльджан! Гюльджан! Да, госпожа. Принеси, пожалуйста, полотенце. Здесь все промокло. Давай, сынок. Сними футболку и брось в стирку. Что ты сидишь? Скорее. Ладно, ладно, ладно. Дай мне телефон. Мама, я в последний раз позволяю тебе подобное. Пожалуйста, больше никогда не проси меня о таком. Это я сама решу, дочка. Давай. Ладно, возьми. Доброй ночи. Пойду в свою комнату, чтобы мы больше друг друга не раздражали. Озвучено по заказу онлайн-сервиса Море ТВ студии Греф Креатив в 2021 году. Роли озвучивали Дарья Январина, Мария Овчинникова, Анна Артамонова, Иван Калинин, Артур Иванов, Глеб Глушенков, редактор Юлия Башаева. Yoksa hep gülerdi insan, hep kalırdı masum. Saygıda bir kusur etti, yine minnetinde değeri yok. Kafalarda hesaplar yapılır ve mesafeler konur. Fakat bu kalp unutmaz, unutamaz ki zaten. Her kalp yıkılır ancak yenisi bulunamaz bir mesken. Her anın birini özler, rüyada yolunu gözlediğim düşünceler ve benliğim. Ne canlanır tüm hatıralarım, bitince yalnızım. Gözümü açtığımda kalmışım yanımda ailem ve bir de arkadaşlarım. Gel.